Так, эфир пошел. Всех, ребят, всех приветствую, так сказать. Опять, как всегда, любитель опоздать на вечерний стримон. Уф. Чат я включил, все включил. Уф, ребята. Как всегда, любитель поопоздать. Любитель, блин. Все, ребят, сидят тут. Надеюсь, меня слышно. Я, короче, верно, я надеюсь. Игра работает, а звук тоже работает. А чат не работает. Так, все, да, вижу всех, всех ряд приветствую, добро пожаловать всех. Сейчас мы начнем очередную игру Jackbox, все этого ждали. Также, ребят, для всех такая появилась новость. Я, конечно, еще пока что сделал, но все прикол. У нас с Джека запустился проект, то есть пока что в бета-тестировании, назовем так, потому что полноценно. Но еще с багами, назовем так, потому что еще не полноценно работает, но скоро они будут также фикситься. Я позже оставлю ссылку в описании, вы сможете перейти и также играть в Майнкрафт. Я там довольно часто буду, так что, ребят, вы можете также со мной взаимодействовать и играть. Так что вот так. Вот такая была небольшая новость. Хотя... Ай, ладно, потом сделаю. Ух, ух, аж пот чет. Ну что ж, ребят, давайте. Мы сегодня начнем с первой игры. Надеюсь, все помнят правила. Начнем, наверное, выжить в интернете. Она на расслабоне такая. Потроллим друг друга. Думаю, самое то для настроения. Так, где мой YouTube любимый? О, YouTube любимый здесь. О, Чеффер, началось раньше, чем я предполагал. Пусть песня, привет. Абрам, все, ребят, приветствую. Сейчас мы начнем. Надеюсь, все правила помнят. Заходим, участвуем, выигрываем. Вот такие правила. В первую очередь. Напоминаю, должен зайти в Jackbox, ввести код, который сейчас появится, и участвовать. Так. Давайте, ребята, я включаю экран, и мы начинаем. А дракона убили. А... Нел, привет. А, вот Нел, короче, тот товарищ. Дракона еще не убили. То есть, если ты имеешь в виду на ванильном я не знаю, если честно. Но на с модами еще нет, потому что он только-только открылся. Давайте, ребят, заходим, забегаем. Мы сейчас начнем. Пока что подождем. Сколько это так человек? А где... Костя, что потеряли? Саню потеряли. Всех мы потеряли. Все, просто я завтра, как я понимаю, скейблок. Завтра среда, завтра меня не будет. Зато вечером будет какой-нибудь, ну, рогалик тайм. В принципе, меня попросили сделать понедельник, но понедельник у меня и так сил не было. Я тут чуть-чуть, так сказать, обленился в кавычках. Ну, ладно, что ж, поехали. 3, 2, 1. Пятеро в игре? Это просто невероятно. Хэштег чудо. Скоро чего уже, конечно, забывай, если ты тоже играть с тобой. Можешь присоединиться как зритель. Если так сделают за это все, боже. То, возможно, ну, ребят, так, сломаем интернет. Так же не забывайте, что хоть учеба начнется, но все равно видосы будут продолжаться и, возможно, стримы также. Так что, ребят, если будет возможность и желание, будет забегайте. Почему так мало игроков? Ну, пока что только началось. Сейчас, ребят, кто-то наберется. Привет, я Толя. И прямо как та реклама. Скоро 16. Я о. Вместе с вами перебираться. Когда можно будет поздравлять, да, Влад? Прежде чем мы начнем, давайте быстренько посмотрим. Пока посмотрите, это обучение для всех, кто новенький. Хотя здорово, не уверен, что здесь новенький. Это ну ладно. 7, и я научу вас играть выжить в интернете. В каждом раунде вы будете получать задание. Ваша задача ответить на вопрос. Затем эти ответы отправят другому игроку, а его целью станет переврать этот ответ наиболее глупым образом. Например, если мой друган Паша считает, что селфи-палки это очень глупо, я вырву его слова из контекста. Вот мы на новостном сайте. Это очень глупо, будет ужасным комментарием к какой новости. Оу, точняк. Потом все голосуют за те ответы, которые выглядят самыми абсурдными. Я получу очки за свой ответ, а Паша... Ну, думаю, здесь уже понятно, как играть, в принципе, давайте. Итак, приступим. Мне тоже скоро 16, через 3 года, нормально. Легенда, теперь мы знаем, сколько тебе лет, 13 сеть. Лет. Мне сказали, да, я бы не стал так сильно радоваться. Ну что ж, ребят, напоминаю, итак, что здесь мы. Вы получаете задание на свое устройство. Отвечаем на вопросы, потом с помощью этих ответов троллим друг друга. Своей интуиции. Русский Бабайка, привет. Также, ребят, что же такого интересного-то рассказать? Даже сам не знаю.
Ну, здесь многие здесь, хотя бы даже не многие, хотя бы кто-то здесь смотрел. Да, смертельная вечеринка всегда будет. Вы получили ответ другого игрока на свое устройство. Я надеюсь, что ребята смотрят мои, так сказать, видео. Не зря все это монтирую, занимаюсь веселыми вещами. Тоже летит 3 года. Чефа, блин, как всегда, своими. Ну, ребята, сейчас мы сыграем первую, так сказать, разминочную игру, как раз-таки. Вы же в интернете. После этого мы пойдем монстр ищет монстра. Ох, Александр Утин. О, какие люди. Здрасте. Видите, что так долго не было. Начал в Москву. Не переживай, в принципе. Ты же, главное, вернулся. Теперь тоже активничать будешь на стримах. Да. Давай, Александр, с нами. Точнее, с Аней, давай с нами играть. Нормально. Давайте, остался один игрок. Кто у нас тут пишет? О, все. Быстро довольно. Смотрите о написанном. Уже ничего не изменишь. Ну что, давай смотрим. Я так замотивирован. Лягу дальше спать. Мой ответ смотрели. Ладно, когда-нибудь я вернусь. Чефро, как всегда, сводился вроде. Галя жрать давай. Прикольно, меня свистит. Королев, привет. Когда стрим Смертуса? Не по расписанию. Меня это иногда раздражает. Вот и хорошо. Блин, вроде есть расписание, по нему все равно не следую. Не, блин, радуга, шоколада. Ты съешь печенье. Чтобы отпустило, да? Огурцы из океана. Они какие-то морские. Ну что ж, ребята, также кто не успел присоединиться, вы можете сейчас увидеть зрителей. Справа в углу есть код. Вот он. Вы как зрители можете голосовать, что вам больше всего нравится этого. То есть, что вам больше смешным показалось. Так что вот, ребята, лет, голосуйте. Ладно, пока. Так вы определились, привет или пока. Смотрим, кому достались очки. Ну что, смотрим, что получилось. Эй, зрители, а вы что думаете? А, зрители? О! Зрители проголосовали сюда. Вот кто вас уделал. Хе-хе. Потроллили немножечко. И кто у нас тролли? А тролли не будет, да? И потому что. Жертве тоже немного очков из жалости. Да. У нас не будет тролля, потому что тролль только становится одним. Вот список людей, которых я считаю крутыми. Самые крутыши сверху. Ну что ж, поехали. О, а нет, все-таки есть у нас, так сказать, мистер тролль. Пока дела. Окей, пусть это песен. Или Влад, удачи тебе. Если успеешь позже забежать. Новости. Вчера был задержан грабитель банка. Эх. О, Иванчик, хай. Добро пожаловать снова. Вы получили еще одно задание. Отвечайте максимально откровенно. Судить вас никто не станет. Ну, ребята, также напоминаю, что вы можете учиться в виде зрителей. Пока что первая игра тренировочная, чтобы все хотя бы, так сказать, снова бодрились, раз начался стрим от меня, то бишь Смертуса, да? Зрители с позитивом, а после этого начнется весь угар, да? Предовуха, смехлы, смертельная вечеринка и так далее. Реже теперь прихожу на стримы. Это да. Ну, как бы скоро у тебя учеба начинается, поэтому все уже, так сказать, мало на стримы заходят. Что поделать? Беспредел. Блин, мне какой-то странный ответ попался, я даже не знаю, что к этому придумать. Что ты такое придумал, а? Придумал, дай в комментарии под эту новость. И как мне это придумывать? Какую новость мне придумать? Блин, скигродовая. Ну что ж. Время еще есть, в принципе. Ага. Ну, что-то придумал какой-то бред, в принципе, а что поделать? Ну что ж, давайте, еще один остался человек. И после этого сможем играть совместно. Давай, давай, товарищ, отвечай. О, ляпута. Дай посмотри, что у нас получилось. Так, вы же в интернете... А, я не успел. Не. О, Айс-90, привет, я у тебя. Они всегда в комментариях, стадо баранов. Ну вот это немножечко, кстати, обидно, да? Еще, ребята, не я так думаю, это кто-то так за вас подумал. Твикс с новым вкусом, они маленькие соленые. Цитата, лучше иметь друга, чем
друг друга. Что-то смешное. Такой бургер, это бургер Семен, мы тебя поняли. Книга с фигурками, надпись, геометрия сбоку, где-то класс. Я не знаю, что это. Я уже, ребята, слишком много всего не успеваю. Кто ты? Я ютубер. Уф. Такое ощущение, как вот у меня с цепи сорвался. Пытаюсь все как подряд комментировать. Зюганов, голосуй или проиграешь. Давайте, ребята, также напоминаю, что кто присоединяется, может оценивать так же, что вам понравилось. Вам нужно зайти на Jackbox Fun, есть ссылка в описании, и вводить код справа наверху. Запомните, один раз все будет, но не сразу. Ну что, давай посмотрим, что получилось. Вот и результаты. Опа. Ну реал. Да. Ну, Владимир Чуваков, можете переименоваться мистер, да? Этот человек у меня постоянно на стриме находится и постоянно говорит да. И, конечно, не в обиду, но звучит, как, знаете, из Марвела, Стражи Галактики. Я есть Грут. Такой у меня так же. То есть есть, собственно, Грут, только мистер, да. Я не смог только две вещи, доброту и не забыть. Тоже так думал. А дальше у нас будет... Так, следующий у нас этап. Смотрю, что у нас... Интернет-форум. О, его больше всего плачете. Ванды. Опять мой голос решил. Да, звучит не очень. Ну... Не, прикольно довольно-таки, мистер, да. На сей раз прислушайтесь к своему сердцу. Так, смотрим, что. Что же я думаю? Что же я думаю? Нужно отвечать. О, идеальный ответ, я считаю. Ну, мой, в принципе, по-другому, знаешь. Это также вспомни... Джимен, да, или мистер Фримен, да. Я есть Грунт. Бедный грунт. Ну вообще, если еще одну цитату даю, бери, дают, бери. Самое время вашим талантам раскрыться. Мне, кстати, там цитата вспомнилась, потом ее скажу. Сейчас мне нужно придумать что-то смешное. Ну, смешное в моем понимании, а может это что-то грустное или убогое. Так. Так. Блин. Сложно, сложно. О, идеально. Вопрос плохой попался. Давайте глянем, что получится. А, то есть я последний писал, да? Го, вытерем. Не будем читать язык романтики. Вот так-то придумал, идеально. Класс, топово. Почему у нас бегают девушки? Языковые диски, бокс. Не, ну в прошлое все-таки больше зашло. Бывшая, вернись. Ты кто такой? Я тебя не звал, иди. Что-то пошло, да, ребята? У меня был вопрос такой. Что вы думаете о языке французского? И написал. Мостик. Шпагат. 5 секунду. Я вернулся. N. N. Просто N. Ничего не понятно, но очень интересно. Так. О! Какие люди? К нам зашел Костяныч. Косточки к нам прибежали, да? Костя? Вас не слышно. Ну и хорошо. Да нет, плохо. Не важно, что вы здесь дома, не важно, что ты дома. Ну, кстати, звучит неплохо, однако. Надо записать, да? Давайте голосуем. То, что вам больше всего понравилось. Они по совместительству великого короля всех морковых не будут. На. Саня, ой-ой. Блин, такой тупой момент был после того, что стрима. Если кто смотрел, помнит про Саню морковку. Пришло время посмотреть. А что Саня не так, не знаешь? Ну, он просто сказал, что его не будет. Печально. Печаль. Ну что ж, сегодня у нас товарищ один товарищ откинулся. Походу сел не на ту морковку, да? Да, как мем в ВК. Подохвостник. Самый свежий суши в городе. В этом раунде очки удваиваются.
Так. Опа, Дискорд что-то там. Дискорд оповестили. Итак, последнее задание. Вы знаете, что делать. Так. А, как играть? О, Жабка, привет. Я перо ты ебал. Все, это бан. Сейчас последний раунд. Даня, блин, это бан. Стрим идет, дебил, ты куска. Да, вот так, пошли, за счастье, блин. Попроси уже не ругаться. Нет, не было. Да, ну все, ребят, это бан. Ну, короче говоря, как играть? Справа наверху есть код. Ты заходишь на jackbox.fan, вводишь данный код и сможешь сейчас с нами. Вот так отыграть. Зуб даешь? Да. Ты, блин, родня. Я знаю, Жабка, знаю. Знаешь, не было, значит, не считается. Да. А, я единственный, кто еще не написал. Да ну, это нафиг, я не успеваю за всем следить. Давай, Даня, нам прокачайся. Да. Мистер Жишка, да? Где этот? А, вот же был. Идеально. Вау, что такое, Абрам? Сейчас-то все и решится. Давайте смотрим, что получилось. Спит на тренажере. Это я точно. Идеально. Где все? Вот это уже оскорбительно. Я другое послышал. Да. Да, пишет. Походу пора звонить в полицию. Это что там? Рокота, что ли? Или не показалось? Семен, место удержит ли от меня? Давай, да, время есть пока что, мы все равно еще только начали. Популярность Гарри Поттера. Ну да, кстати. Лучше сходить на ногах, чем на руках. Абрам Долин. Думал присунуть каждой стиральной машинке, да? Ну что, давайте, ребят, голосуйте, выбирайте, что вам больше всего понравилось. Голосовать. Я следующий. Пока что мы играем... чисто, как сказать, ну, кто 5 человек успели зайти, они участвуют. Остальные же зрители, то есть кто заходит, играет за зрителей, то есть они голосуют, что вам больше всего понравилось. Следующую игру успейте, ребята. Гранд-театр, да. Чё, Даня, голосуешь там, да? А я тоже захожу. Классика жанра, да? Давайте, давайте, время. Всё, кратами. Со второй, говорит. В смысле? А, это было... Всем, какое предложение у тебя для стримов? Предложение ОБС. Прости, Даня, что еще раз? Это нужно было оценить? Да, на то, что больше понравилось. То, что больше понравилось, по приколу. Там дизлайки поставили, я подумал, что они так сделали. А, это если прикол, то есть ты играешь как тролль. Обычными мыслями. Ух. Ну все, я выиграл, ура! Я самый лучший тролль. И где мой приз? Да. Хороший приз. Мне понравилось. Надеюсь, он тебе третий сейчас уловим. Втором, да. Ну что, ребят, теперь мы идем. Мы идем на вирус, играем. Монстр ищет монстра, как классики. Может, подземелье? Смертельная вечеринка, но попозже будет. Ты не забудешь? Не-не-не, меня спросили, то есть по классике всегда у нас есть смертельная вечеринка. Так что, Кулов, сейчас играем, мы сыграем в четвертую часть, потом пойдем в третью часть. Что именно не забудут, Даня? Давай, скажи мне. Код мне скинуть не забудешь? О, как всегда. Ладно, ладно, уговорил. Сейчас, секундочку. Раз Даня зашел, скажем так, сюда, с опозданием, думаю, можно, в принципе, простить, да? О, Ержан, привет, какие люди опять сейчас забегают? Также, ребят, напоминаю, что всего место ограничено, поэтому здесь играется кто успеет, тот и съест, да? Так, грёбаный русский язык. Как я его люблю, да? Так, все готово, ляпута. Что ж, я как всегда, мне тоже код. Не-не-не, ребят, остальные кто успеет. А мани сколько пинга будет, если ли... Ну, вообще не скажу тебе, потому что сам не знаю. Ты хочешь, да-да-да. Цитата была такая: дают — бери, бьют — беги. Самая простая, но жизненная. То ж, ребята, давайте, включаю код. Ой, код, говорю, экран. 3, 2, 1. Давайте, присоединяйтесь все. Костя, ты играть будешь? Вопрос, для кого я счет создавал? Ты все равно кидаешь любой рандомный, кроме того, который я создал.
Да, куда кинуть? А, я гостевую кину. Какая я прелесть. А, ну все, все забежали. Ну что, ребят? В смысле VIP? Я что-то не понял. То есть я начинаю. Ну что, поехали. Ну, ребят, кто не успел, вы будете играть за зрителем, не переживайте. То есть, зрители играют как симбиоз, то есть... Привет! Смысл данной игры. У меня тоже похожа стата. Все, кто присоединяется, объясняю, как здесь играть. У нас есть... Я показываю куклю, ребят, чтобы вам мешать. Так вот. У нас есть всего 6 ночей. И каждую ночь мы будем встречаться. На каждое сообщение... У нас, точнее, на каждую ночь у нас есть 4 сообщения. Мы можем писать им к любому человеку. То есть, ну, монстру. И у каждого монстра есть своя особенность. После этого, когда проходит минута, идет свидание, вы приглашаете. Если у вас двоих, ну, сошлось, скажем так, вы идете на свидание. И все. А выигрывает тот, кто соберет больше, скажем так, сердечек. И все. Также зрители вот про них как раз таки говорят. Так что вот, ребята. Здесь будет очень весело. Никаких странностей и стеснения. Да, ну что ж, ребята, начинаем. Ну что, ребят, началась первая ночь. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send 4 messages. Ой, Иман. So use them wisely. Что ж, давайте. Да. Ну что ж, кем с первым пойдем? Какая романтика сегодня у меня с кем будет, да? Оу май. Также, ребят, там есть восклицательный знак около вашего, скажем так, персонажа, где вот время общения. А это информация о вашем монстре. У каждого своя особенность. Так что она раскрывается, если будете на первом месте, забыл вам сказать. Такие ситуации возникают при слове «помет». Идеальный ответ. Probably should have mentioned that some of your conversations will appear on screen during the date. Oh well, I'm sure it won't be incriminating. Так, ну что? Также, ребят, не забывайте, что у каждого всего 4 сообщения, то, что можно отправлять. Это самое главное. Потому что когда не кончится... Ну, все, придется ждать следующей ночи, так сказать. Как-то так. А тем временем мы продолжаем. Ну чё, Жорж, там Костя? Ну, это зритель запал на выбор. Неужели ты зритель играешь, Костя? О, Боника Гейм, привет! Ну, я Смертус, я Семён, если что. Так вот, морковка, что ты не проголосовал? Да-да-да, вот этого. Это Саня, блин. Саня, блин, да, пришел. Призрак Сани, да, все равно. Преследует. Все это вообще я угорал. Теперь вам на своем устройстве нужно выбрать одного игрока, с которым вы сегодня надеетесь провести свидание. Ну, в принципе, вот такой ответ. Маника Гейм. Присоединяйся к нам, почему бы нет, будешь сейчас также за зрителей, почему бы нет. Кстати, я знаю, в какую мы следующую игру пойдем, ребята. Раз у нас на открытом стриме довольно большая аудитория, окей, мы пойдем в панч-раунд. Посмотрим, кто кого выбрал, а кто кого не выбрал. Да, давайте посмотрим. Зрители зовут, что встретиться с Ефа, так будет называть, чтобы не ругаться. Легенда, ты охотник. Ну почему легенда? Не уходите пока. Есть еще желающие. Так, следующий зовет. Цепят. О, главное дать. Ёпу, да, хорошо. Ок. Договорились. Я потом... Как игра. Следующая будет игра под названием Patch Round. О, первое свидание пошли. Куб пришел. О, Димас, привет. Добро пожаловать. Ларка тряс средства смертусом. Жду 8 раз не принимается. Окей. Мои усики работают со мной наоборот. Усики пропуск трусики. А здесь наоборот. Все, изи.
кто-то тоже хотел занять место под вот. Солнцем. К оно лишь одно. Ну, здесь нужно... Харбат. Нет, здесь должен быть Кербат, беру в курсе. Ну, здесь именно нужно было писать сообщение, чтобы к ним встречаться. Да? Да. Я тоже, да. Я да. Парочка, да, да. Вообще так много зрителей. На круто. Очка, да. Ну, если ты бандит геймер, ты являешься новым зрителем, ну я объясняю. Ах, Семёсин, мамин ловелас. Ну, вообще, по сути, да. Но я называю это мертвую душу, потому что YouTube тебя продвигает, когда у тебя зрителей много на стриме. К сожалению, да. К сожалению, да. Но, как видишь, людям это нравится, довольно-таки аудитория у меня имеется, так что давай с нами. Давай посмотрим. А, я на первом месте. Скоро меня спалят. Мы так знаем, кто. Окей, не осуждаю. Ну... Если бы, скажем так, здесь была бы, ну, рациональная конкуренция в Ютубе, то смысла нагрузки не было бы. Ну, так как она, скажем так, не очень, поэтому так придется пользоваться. Да. Душевно сожалею, душевно. Теперь вы знаете, как здесь все работает. Давайте перейдем к этим замечательным. Я, в принципе, в ПК, у меня, кажется, не скрываю свой. Так. Кто же сегодня пойдет? Да, нет, ты не на тот фронт играешь. Я вернулся с возвращением АС-90. Не беспокойся, халява уже в прошлом. Жду следующего видео, играю с зрителей. Хорошо? Хорошо. У меня чат завис. А ужил. Так. Отказали, гады. Отказали мне. Все, романтик сегодня не будет. Меня игнорят. Ага, у меня и сайт еле-еле грузится. Я одному написал, и сайт такой: отпустите, чат умер, я уже неожиданно и приятно. Ну, нет, просто большинство народа сейчас играет как раз таки за зрителей. То есть посмотрите, сколько зрителей, 6 человек, жесть. Ну и участвует нереально что-то много, я в шоке. Не, ну рекорд у меня был, если не путаю, за зрителей играл 10 человек, это максимум рекорд. Что происходит? Меня просто 4 человека заигнорили. Да все. О, Максим Шутер, привет! Добро пожаловать! Блин. Итак, там такой идеальный ответ был. Газировка — это то, что тебя не привлекает. Костян, да, играет та же. Он за зрителей играет. Он решил уступить кому-то место, да, Костя? Или это просто называется ручки не быстрые, да? Опа. Мне просто падло. Ну, Костя, как всегда, да? О, Зиар только... Спасибо за подписку, да. Зрители никого не позвали. Зрители, эх. Спасибо большое за подписку, ребята. Так, привет, может встретимся? Нет, походу сегодня не да. Да, сегодня... Подождите. Сегодня мистер да, не да. Опа, легенда зовет, да. 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 Серьезно? Вот я заеду. Душевный сложный разговор. Не, ну, ребята, вот учитесь, вот так правильно кадрить девушек надо. Просто подходите и начинайте говорить да. Рано или поздно вы согласитесь, точнее, да. Дык-дык, я не лошадь, а ты? Я на нас. Так что? Ну, значит, да. Мне отказали, отказали мне. Давай. Попытка номер два. Нужно писать. Ну что, идем? И мне отказали. Отлично, проигнорили. О, третий пошел. Четвертый Сларк, блин. Востребованный, однако. Да, но стоит увидеться, лады. А вот они получилось. Нормально, взяли и все проигнорили, капец. Да, все, капец себе. Ну что, интересно, кто у нас сегодня будет? Будет ли сегодня мумия, там, оборотень, зомби? Кто из этого будет? А нет, да, спалят. Один точно будет.
Сейчас узнаем. Ну что ж, он двуликий. Возможно, кстати, возможно. По-моему, легенда невидимка, вам не кажется? Возможно, он в смысле не двигается. Он не двигается, да. У кого-то сердечки вырезали, ребята. Поздравляю. Steals two hearts from a player the second time they date each other. Хорошо, что мне отказал. Знаешь, у Децибет, понимаешь, сегодня вторая ночь, а Децибет как раз с ним встретил вторую ночь. Как говорится, один раз не... Здесь второй раз уже было, да? Да, и невидимка. Ну, легенда, да. Это было очевидно. Не, ну все. По-моему, самый беспонтовый ворот. Ну да. Я не понимаю, зачем мы вообще добавили, в принципе. Ну, а ты про серийного убийцу? Блять, мумия фигня. Невидимку. Про невидимку. Не, ну невидимка, ну по сути, она всегда палец, но при этом у нее всегда плюс два сердечка. Невидимка самая бесполезная хрень. Не, самая бесполезная хрень, я считаю, это кукла чревовещательная. Вот честно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Семь человек уже находится у зрителей, ребята. Вот это рекордик, да? Уже на сегодня сейчас три, по крайней мере. Также я напоминаю, что у меня есть группа, ВКонтакте. Она наличие ссылка в описании. Там будут выходить всякие интересные новости. Ну, как сказать, выходит там, сказать, она... группа такой же актив, как и мой ник, да? Слово за верой, да? Так вот сейчас обидно было. Ну ладно, это была шуточка. А может нет? Ладно, шучу, ладно. Вот теперь да, признаю. Это очень сильный. Я уже забыл, что... Пики уже точатся, пики уже да. точатся. Ну, следующая игра будет Punch Round. Раз народу много, думаю, ребята не против. А я против. Смертельная вечеринка будет позже, да, не переживай. Она позже, только когда? Обычно под конец стрима я ее использую, но там посмотрим. Может быть, раньше будет. Да. У меня в мыслях сейчас только Кларки. Тун-тун-тун. Говорили мне так девушки, я был самым счастливым человеком в жизни. Ну что ж, поехали. Панчит хорошо. Ну просто народу много, то есть... Чаран пока еще ничего ни разу на стриме у меня не было, потому что народу не набиралось, прям там, вах, много. Только на третью часть. Поэтому я решил сейчас устроить. То есть суммарно сколько человек? Ну, играет 7, еще плюс у нас 11 человек активных. Зрители, что такое? Ну что же вы проигнорили-то? Костик, ну что такое? А я-то тут причем на 7 человек. Сегодня у меня... Пробегу минус 0 часов. Окей. Да. Нормалек. Зет, ты что, двуликий, что ли? Подождите, тут еще кто-то есть. Че-то мне не нравится. Просто у меня другие планы на эту ночь были. Я согласен, хорошо. Я думал, ты с двоих уже забатил. У нас всего 14 в комнате, да. Ну, если бы у меня был тот персонаж, тогда бы у меня сейчас как фартануло бы. Да. Ну что, го? Го. Я жду в 9, жду у себя. Окей. Господи, сегодня пазы выиграл, чапчик. Мне что-то так не везет. Ну, не переживай. В принципе, всего лишь там утырешился там, ну сколько, два сердечка или типа, то серийный маньяк привет сказал. Давай еще раз будет эта же игра. Она будет позже, если вы не против. Но не сейчас. То есть будем чередовать. Да? Да. Звезда. Почему да? Да. Я обожаю этих ребят. Я не могу. Почему именно да? Потому что да, логично. Ну это слишком как-то рофоль, да. А, я третий мистер Ксас так и был. Ну вот, я тебе говорю, мистер да. Так, сейчас спален Эсэбата. О, ведьма. Блин. Прикольный перс. The witch takes a hair from each new player they date. When revealed, потому which is right да. now, вот именно что потому что да, постоянно да, да на да. И блин, не стрит, но норм. Ведьма не будет собирать волосы после того, как ее раскрыли. Разве что она может прихватить немного для своих странных делишек. Для Снипута она забрала... Нет. А, Ларки, Хербат и Йоффа. Он хорошо не сыграл. Не, ну неплохо, слушай, он то есть троих забрал, то есть это почти половина. У Харбата он забрал с бороды. А вот откуда у тебя нычек, да, забрал? Эх, меня скоро раскроет. Может ты?
Уже больше половины прошло ночей. Да, уже половина, уже 14 ночи осталось всего. Ну, включая это 3. Пузыри не лучшие, чему стоит доверять. Походу, это пузыри необычные, да? Ну, есть там парочка. Можно, конечно, ведьму. Блин, ладно. Че, меня никто сегодня звать не будет? Но я позвал, никто не идет. О! О, идеально. А почему мозги, это... Мозги, это же так круто. Тебе разве не нравится? Ёфа, как насчет этого? Какой у меня уродский смех, мне же больно, знаешь, это слушать. Самое прикольное то, что я понимаю, что у меня смех для себя нормальный, но на стриме отображается очень убого, и мне это становится стрёмно. И в какой-то момент я понимаю, что я потерял свой стыд. Где-то посеял на улице, да? Что такое стыд? Да. Вот. Ну что, давайте, ребят, 3 секунды осталось. 100%. О, Лера, снова, привет. Покажу, почему подошел и просто не терял. Свои семьи. Да, норм. Оби-Ван Кеноби. О, все, ребят, привет, также к нам присоединяется. Ну, вообще, знаешь, шуточка-то неплохая, но знаешь... Он это сделал не нарочно, он, знаешь, просто нажал не то сочетание клавиш. У меня голос смит, как будто один котик. Ну, в принципе, как голос есть, такой есть. Мы же не можем сами выбирать, что у нас будет. Никто не пишет зрителям. Ну, что-то да. Опа. Ой, хер вас что-то не отказал. Он кого-то вообще не позвал. Эх. Сегодня, походу, товарищ у нас с рукой остается на пару. А и... мог бы зрителям написать, нам никто не пишет. А зритель-то вообще что-то никого не выбирает, что ли? Странно. А привет. Есть какой-то рокер, нужно не знать, да. Никого. Давай 7. Вроде нету. Ок, жду у себя. Так у бота вроде дается робот, как мне говорили. Е-е-е. Ну вообще, как сказать, есть такая штука, мстительный призрак. Он забирает сердечко, кто ему отказал. Ну, на сегодня, mm-hmm. Да. Да. У тебя 8. Реально, я всех спрашиваю, было с норфом игры выиграть. Нормальный. Опа. Пара. Опа. Да, хорошо прочитал. Вовремя. Прям в тайминг. Ведьма зовет, да. Тогда или да? Думаю, да. Да. Какой из да? Я понял, не знаешь, я в следующий раз стрим назову. Скажем, да. Нет, нужно, чтобы тебе писал зритель. Ну, давайте смотрим. Пожалуйста, оставьте меня, я не хочу раскрываться. Что-нибудь в наших местах. О, спасибо. Мужики не падают. Падают только те, кто падает, и не падают только те, кто не мужик. Ах ты ж, зараза такая мохнатая, а? Во время полудня оборотни получают бонусное сердечко за свидание. И затем превращают своего партнера в оборотня. Но если оборотню отказывают во время полнолуния, то он теряет полсердечка. Ну все, все стало понятно, мохнатик. Пятая ночь, и опа, полнолуние. Хорош, изродился от оборотня. Я, кстати, тоже. Че, повторим, да? А он вроде только полнолуние заражает. Приготовьтесь, да? Переписываться. А, меня спалили? Да. Ой, идеально. Их зрители хорошие, родился тоже. И я. Ну что, ребят, теперь вы тоже мохнатые, лохматые, да? Как-то я думаю, тебе, у меня мыслях еще и сыр. Сыр-то с дырками, думаю, здесь очевидно, о чем я не думаю в первую очередь, да? Ой, Иман, зритель, да уже 9, смотрите, почти на рекорд, ребят, идем, почти. Почти. Почему 9, бой себе не считаюсь? Мне отказ... Че, не хотят, что ли? Да, заново, зараза. О, идеально. В доме 2 строителя, стоит пол и общается. У них половые отношения. Очень, знаешь, обожаю такие шуточки с, знаешь, двойными, так сказать, под контекстами. Почти переехал на шляпах. О, Арт Блэк, тоже привет, добро пожаловать. На стримчанский. Зрителям такие.
угарные вещи. Да. Ну, как бы да, но как бы нет. Что делать, что делать? Одно сообщение. Так. Нет. Что ты там про свои дырочки затираешь? Не. Я ж все вижу. Ну, что поделать? Меня, я позвал человека, меня игнорят. Меня лохматик игнорит. Вот и любит. Ну, это роман... как сказать? Монстр ищет монстр, будет правильно сказать. Это Дом 2. Дом 2 по монстрам, да? Монстр Эдишн? Не, просто, в принципе, Дом 2. По сути, да. Как бы да, но как бы нет. Ну что, поехали. Первот. Грубо сисси. Опять отказ. Походу, человек у нас ФКшек. В РСФ тупой респект. Йофа зовет Ларки. А, ну все понятно, ты обещал. Го. Го. Я помню. Ок. 8. Я одну минуту у меня. Я близок. Кис. Косточку, блин, кисточку, блин. Да, короче, прочитал. Поздравляю, теперь ты тоже. Хотел сказать кровосиси, но тут вампира-то нету. Откуда ты знаешь? Теперь оборотень. Тун-тун-тун. Это означает, легенду отказали. Всех остальных, так надеявшихся на свидание, ждет отказ. Эх, эх. Мертвец зовет зрителей. Когда я думаю, меня все равно мыслях, еще из особенных дырочки. Мне отказали. Ну, попытка не пытка, как говорится. Вот сейчас всех сразит. Есть еще желающие. Я так понимаю, этот местный коронавирус, да? Да. Почему оборотни вирус? Почему не ликантропии? Ну, не знаю. О, Game World, привет. А, мне отказали. Все. Обидка зрителей. Зрители никого не зовут, а когда их зовут, кажется, их. Я вообще швабру выбирал. Не оправдали себя. Ведьма. Блин, бедная ведьма, тоже ведьма отказали. Бедолага. Так, смотришь, что у нас получается сейчас. А. Не поменялись. Сейчас я раскроюсь. Okay. Нет, пожалуйста, не надо. Пожёшь, да? Нет. Меня спалили. Какие-то жестокие шуточки пошли. Да. А вот какой у меня был монстр, можете посмотреть. Можно к вам, ДС, мне 15 или нет. ВСР, прости, но нет. Прости, но нет. Ты можешь, как сказать, в группу ВКонтакте, группу я не оставлял. Есть только группа ВКонтакте, можешь туда вступить, участвовать там также, но в Дискорде нет. Боюсь, он не сможет. Ну что, поехали. Ну что, поехали. Монстр ищет монстр. Мим. Ну, по сути, да, кстати, сокращенно. Мим. Блин, не то выбрал, надо было выбрать другое. Бля. А, так, 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 так. Так, с кем же мне сейчас пойти? Ну, здесь я точно, скорее всего, уже не выиграю, потому что у меня яд стоит, а, кстати, не стал по сердечкам. Добираю в мим. Кстати, звучит-то прикольно. Звучит, как, знаешь, как это ММОшка. Мим. Не знаю, почему откуда такая ассоциация, но она есть. Да, то есть про профессию мимов ты вообще забыл. ДС только смертные грехи, да, блядь. Не, ну как в ДС я добавляю тех, ну как, кстати, с кем я обычно стримлю, то есть... Костя, Саня, это ребята, с которыми давно дружу, и плюс они хорошая компания. Ну да, я просто слева пришел. Да, да. А Даня вообще старпер, скажем так. Алё, на тебя подписались. Да, я вижу. Я не успел даже сказать спасибо большое за подписку. Я не успеваю опять за все следить, как всегда. У меня вроде бы, как сказать, я один, а глаза полтора. Извиняюсь. Так. Поехали. Уже опять шуточки про Саню Апокалипсиса. Да вообще, Саня Морковка, вот именно. Из Херберта проиграю. Иван Кеноби. Ну... Ну, Саня, я тебя понял. Боже, напишу.
But if you don't pick anyone, ну что? Severely penalized. Поехали. Ну же, взглянем, кто пошел на свидание. Да, и Эрбот, они что, отказались, что ли? Ну что вы так, ребята? Серьезно, вообще ничего двое не пригласили? Как-то странно. Ребят, ну что с вами не так? Теперь тоже сходим с пивковым сериальчиком. Поехали. На машину уже завожу. Возьму закуску. Изи. Раз оборотень тут мохнатый мне отказывает, тогда так пойдем. Телефон собрали. Владимир Ф. В реале зрители зомби, верьте или нет. Будет все прикольно. Нет, зрители не зомби. Ну, сейчас мы узнаем скоро времени, кстати, кто кем был. Йофа зовет легенду. Ну. Го. Го. Извиняй, легенда, но я уже дошел, с кем пойти сегодня. Сегодня к тебе или ко мне. Ну, походу, вместе на улицу, да? Ну, не определились же, куда идут, почему бы нет. Шучу. Ну, сейчас узнаем, кстати, давайте кем они были. Посмотрим почти финальные результаты. Ну, ну, ситуация не изменилась. Как бы он всегда так остался. Психическое подавление. Типа, зрил бар и говорит всем привет. Что там происходит? Подписчик. О, спасибо за подписки, Оби-Ван Кеноби. Зомби все же были. Ё-моё. Зомби у нас Йофа. Ачивки выполнены. Отказа, ни разу мне не отказали. Хорош. Да мне кажется... понятно, зрители вот кем были. Поэтому они никого не звали, да? Один раз отказать. Весело. И последний. Ну, тип... мамаша? Что? Ребенок был... Походу, зомби апокалипсис. Не, вряд ли. Ну, не дико, это очевидно. Я подряд был... Было прикольно, когда Цибет ему ни разу не отказали, а он мамашу отыграет. Это очень прикольно было. Ну, давайте посмотрим, что получилось. О, у меня тут сердечко. На дно. Да, у нас только два оборотня. Это Йофа и Легенда. И я тут после сейчас все же узнал оборотня. Один раз смог. Вот сердечко. Да. Плюс одно было сердечко. И как это повлияло на финальные результаты? Ну, ладно, с четвертого на третий. И сколько на зомби? Зомби апокалипсис будет. Так. Почти! Вот если бы Херберт еще был бы, то почти, ребята, почти зомби удалось. Если как Ларки. Выиграл. Неплохо. Ураган прошел по дому, трудясь на кнопки. Ну, кстати, было близко. Я победил, да. У тебя было много, кстати, сердечек, потому что не совсем встречался, поэтому... Ларки 7-5 сердечек за 2 оборотня. Ну, поздравляем, что могу сказать. Поздравляем нашего ребята. У меня 6 сердечек. Я только один раз сейчас в Ларке, оказывается, он все-таки был все это время оборотнем был, а я случайно встретился в этот же день. Что ж, ребята, сейчас мы идем панч-раунд. Здесь сразу говорю, много мест, поэтому все успеете. Здесь даже вот написано, от 3 до 16 человек. Так, я, наверное... Отвигаю. Хотите еще черный юмор? Ну, Леран, давай включись нам. Сейчас тут все смогут поучаствовать, сразу говорю. Вот, сначала первый зайду, и все также присняются. А можно мне джекбокс отпусти, пожалуйста? Сейчас, подождите, ребята, у меня джекбокс решил откинуться немножко. Ага, в прямом смысле этого слова. Он... О, все, ляпута. Я говорю сразу, мест много, поэтому я... Так вы сами зайдете, если что, ребята. Понял, да? Костя? Да. Даня? Проверка. Ну что ж, ребята. У нас скелет через зрителей. Ну что, ребят, давайте подключайся. 3, 2, 1, понеслась. Тут очень много мест. 16, давайте, ребята. Мне кажется, каждый здесь успеет. Забегаем, забегаем. О, народ наш подключается, так сказать. Во-во-во, пошло-поехало. Что это? Это панч-раунд. Вот сейчас мы узнаем, что это такое. Давайте, еще 6 человек осталось. Я говорю, здесь очень много места, поэтому каждый сможет сюда подключиться. Давайте, забегаем. Смехлы... холст. Посмотрим, в принципе. Че, это так Чефра, да, я так понимаю?
А? Шо? Ты, да, Костя? Да я успел. Да. Давайте, это 5 минут осталось. Давайте, подождем. Сколько? Ну, 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто успел, тот успел. Начинаем. Это я, типа, Лиоран. Лиоран, лидер. Ну да, сокращенно. Ну что ж, начинаем, ребята. Через пару минут здесь ожидается наступление грандиозного веселья. Ваши голоса определят, какой ответ пойдет дальше по турнирной таблице. Мы сводим на нет все усилия победителя чемпионата. Это панч-чемпионат! Отправляю тему для первой таблицы на ваше устройство. Ничего не понятно, но очень интересно. Введите ваши ответы. Напишите ответ, который по-вашему победит, и нажмите «Отправить». Надо придумать название, ребята. Если ваш ответ выиграет в таблице, вы будете купаться в деньгах. Вы можете присоединиться к игре как зритель и играть вместе с ними, зайдя на сайт jackbox.fan и введя код комнаты. Ребята, нужно придумать название. Давайте, время 5, 3, 2, 1. Эх. Не успели кто-то. Ваши ответы были спарены в матче 1 на 1. У меня цирк на футболке, ого. Она, кстати, нравится. Футболка относительная. На столе предсказаний. На своем устройстве ты увидишь один из ближайших матчей в этой таблице. Давайте делайте ставки. Если ты сможешь угадать ответ, который получит больше всего голосов, можешь выиграть деньжат. Лучший ответ, ребят, давайте выбирайте, делайте ставочки. Все предсказания собраны. Ну что ж. Время поехали. К первой таблице. Это битва соперников, достойных друг друга. Используйте кнопки, чтобы проголосовать за того. Ребят, голосуйте, что вам больше нравится. Голосуйте, хотел написать Баркелон. Я ру. Давайте, ребят, голосуем. Это ничья. Давайте, ребят. Как можно чаще, если хочешь. Нажимаем. Жмем. Быстрее. Все. Уже не ничья. Гофбол победил. Я буду скучать по временам, когда Господи, у нас все еще замахнулось. Ставки сделали, ставки больше нет. Давайте, ребята, дальше голосуем. Угадано. Угадавший Тон не угадал. Эх. Ну что, следующий раунд. Плавно подходим к следующему матчу. Еще один доберется до вершины. Давайте голосуем, ребята, голосуем, то, что вам больше нравится. Нифига себе. Давайте, ребята, голосуйте. Что вам больше нравится? Победим. Да. Ого. Эх, тефтельники выиграли. Это была очень упорная борьба. В смысле, эх, это мое. Для да? Мое нет, потому что у меня там было. Угадано. Я не угадал. Эх. Несколько счастливчиков. Жаль. Ну что ж, идет теперь в другой стороне бой. Происходит с другой стороны. Так, здесь у нас костячка, игроки. Далматин 101. Ну, это, походу, безоговорочная победа, да? О, смотрите, что. Реально безоговорочная, походу. Нет, вот. Нет, костяшки один. И косточки. 6. 7. Да. Все. Далматинец выиграл. Еду я по выбоинам, ну, из выбоинам. Ну, сотру в одну, один голос. Так, идем теперь. Угадан, так? Кто-то... А, получи да, деньги, и Лек не угадали. Если правильно предсказал. Вот, что ж, идем к следующему, так сказать. Следующая волна у нас. Хорошие мальчики, ау. Хот-доги. Да, давайте, ребята, победи же лучшее название. Расстройство наступает. И хот-доги победят. Время на голосование. Хот-доги, я сказал. Это была битва титанов. Битва титанов, да, ребята. Угадан, миг угадал. Эх, трое не угадали оставшихся. Ну
что ж, поехали перед дальше. Тем, как мы перейдем ко второму раунду, время сделать еще одно предсказание. Да, Терес, ставочки делаем. Что если это победят? Вас ожидает новый матч на вашем устройстве. Предскажите, какой по-вашему победит? Ну, тики не приветствую. Лучше не стоит. Моника Гейм. Давайте, ребят, ставки делаем. Что вы думаете, что из этого всего выиграет? Какая-то, по-моему, сложная игра. Да, вообще. 3, 2, 1. Ставки сделаны. Время для стола предсказаний вышло. Давайте еще разок. Ну что ж, поехали. Давайте, ребята. Голосуем. Мощь. 3 к 3. 3 к 4. 3 к 3. Опа, 4 к 4. 3 к 5. Давайте, голосуйте. Я придумал. Да, ну неплохо, кстати. Это за батл века. Да-да-да. Нет, эти серьги проигрывают. Серьги проигрывают. А! Нет. В этом матче больше взлетов и падений, чем на американских горках. Давай посмотрим, кто угадал, а кто нет. Точнее, кто предсказал. О. Еще один матч, чтобы определить наших финалистов. Давайте следующий. Рано или поздно везение заканчивается. Опа. А чё, хот-доги никто не любит, что ли, ребята? Не понял. Нет, зачем? За хот-доги, ребята, я давайте 6. А, давай 7. Еще немного. Вспомните молодость, вспомните сторону Долматинца. Да, прекрасный мульт. Хот-доги одобряем. Хот-доги лучше. Е-е-е-е-е-е, угадал. Уху-ху-ху! Остальные все против были. Блин, окей. Решающий матч. Ну что ж, ребята, финалочка. Давайте посмотрим, какой из этого команда по собакам больше всего. Ну что ж, финалы. Финалочка, давайте, ребята, голосуем, голосуем. О, за хот-доги, за хот-доги. Борьба за хот-доги. Настоящее перетягивание каната. Да, вот именно. Давайте, ребят, перетянем канат за синих. Стой, крести. Восьмёмы, что за происходит? Что происходит? Опа. Ребята. Давайте жмем. Жмем, 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 жмем. Мне еще палец будет болеть. Да ну, серьезно, что ли? Ух, еле нажмем. Да ну. Ну, ребята, что ж так-то так? Бон выиграл. Он придумал так звание. 5000 очков. Посмотрим на счет. Давай посмотрим, ребят, на счет, который у нас получился. Я нахожусь... я себя не вижу даже. Я на 6 месте. Я на 5. Каким-то образом. Да. Такие, ребята, у нас места. Их почти финал вышел. Да, да. Время для игры вслепую. Игра вслепую. Все, о, что-то новенькое. Известно, это лишь задание. Назовите любой магазин или известный ресторан. Вперед! Напишите первую вещь, которая только приходит в голову. Давайте, ребята, время у нас целых 30 секунд. Придумайте, что вам в голове, то, что именно подходящий к тему. Точнее, да, неплохо четвертое. Четверное, да, четвертое. Ну, давайте, ребята, то есть здесь мы как раз ее выбираем. Вообще, кстати, довольно странно играли, если вы думаете так. Да наркоманы какие-то. Да вообще, о, двое не проголосовать, да, и Дон. Посмотрим, какое же задание здесь скрывается. Нет, Тон, вот Тон, не Дон, а Тон. Ну что, да, посмотрим. Лучшее место, которое тебя могут случайно запереть на ночь. А, неплохо. Я все это закупаю шмотом. Глория джинсы, это не реклама. Ну давай делаем ставки, ребята. Как вы думаете, что из этого может победить? Осталось 3 человека, которые не могут определиться с ставками. У тебя жоп-клуб. Вообще, все продал, очевидно. Ну что ж. Время на столе предсказаний вышло. Ну что, поехали, ребята. Сперва. Пробития нет.
Да тут, тут начнется. Адская дрянь. Фикс-пупсик, Буркин, Бонзай. Фикс-пупсик. Да не, самый лучший бест это Бонзай, я считаю, знаешь. Никто не мог подумать, что будет такая плотная борьба. Так, смотрим, что ребятам нравится больше. Первое и второе. Первое. Время кончилось, а был получен не весь комплект. Адская дробильня, да? Первое место заняла. Там не дробильня. Я знаю. Я знаю, но тихо. Так, она теперь так есть. Ни один не угадал. Ну, давайте смотрим дальше. Икея, Макдак, Макдак, Теребок. Нет, я считаю из-за Икею. Идеальное место, знаешь, там же есть какой-то SCP вселенной Икея. Да, есть это бесконечный Икея, но Теребок да. Там пожрать можно. Да не, Икея лучше, слышь. Давай Икея. Бесконечный Икея, блин, надо было написать, знаешь. Ооо, 7 человек. Икея выиграла. Просто идем на пролом. Да, 24 часа в Икее. Посмотрим, как напряженность конференции. Мне кажется, это самый спорный момент. Блин. Не, ну я тут, знаешь, я тут за пятерочку. Тут много, кстати, кто за пятерочку голосует. Время на голосование истекает. Пятерочка победила? Пятерочка выручает. Да. Костя, это тебе тут не реклама. Мне рекламу никто не проплатил, понял? Так что не надо. Снимай штаны, все проплачу. Ооо, не надо мне так. Ооо. О, я уже знаю, что выиграли. Я согласен, знаешь, в этом плане с тобой. Меня на улицу выгнали. Эх, Владимир, бедный. Жаль, конечно. Ну, все, пока что ставим все равно. Осталось несколько секунд, чтобы проголосовать. Не, ну тут выигрывает шоп просто. Экс-шоп, да? Ну это не считается мутиком, ты можешь спокойно говорить. Ну да, ну просто прикольно, знаешь, экс-шоп. Блин, башка развалилась, ужас. Перед тем, как мы перейдем ко второму раунду, время сделать еще одно предсказание. Давайте, ребят, еще одна ставочка. Делаем ставки. Не, главное, секс-шоп сказать отцу важно, вот, вот эти всякие шапочки про очко. Ну, ну это, в принципе, нормально. Немножечко там звучит и магнит. Ну вот именно. Тон остался, сделай ставку, дружище. Текст-шоп, да. 5 секунд. Время истекает. 4, 3, 2, 1. Все. Эх, не успел сделать ставку. За стол прогноза. Давайте еще разок взглянем на нашу таблицу. Здравствуйте, я Миша, я полный кекс. Привет, Миша. Битвы в этой турнире. Ну что, ребят, давайте. Бесконечный Икея победит. Жесткий ты. Там, где рис, там гречка. Опа. Че за тучич? Ребята, Икея должна тащить. Икея должна тащить. Нет. Икея подавили. Эх. Теперь она не такая бесконечная. Да. Икея, жалко, мой ехать проиграл. Ну да. Сколько ставок-то не прошло. Кость, ты же знаешь, что ты делал ставку на Икея, да? Да, да. Я в курсе. Спасибо. Да. Мы проиграли. Опа, теперь, ребята. Ответы, которые уже прошли закалку первыми столкновениями. Не, ну я считаю, надо выбрать, знаешь, равную противнику по себе. Да-да-да. Саня, ты что, не хочешь, да? Давайте, 3, 2, 1. Я с ними, чтобы провести день и ночь. Передайте ко мне еще печеньку, мы наконец-то закончили. Нет. Ну, сейчас будет, кстати, равный бой, ребята. У, все угадали просто. Это было очевидно, да? Мы наконец-то решили. Мой ответ таки, значит, я за. Не, ну я считаю, сейчас самый, знаешь, прям битва, да? Битва титанов, как это говорится. Ну что, ребят, давай выбирайте, что это вам больше нравится. Я не верю, что выиграем.
6 к 6. Ничья. Ничья, которая сцепи. Да-да-да. Опа. Давайте, ребята. Фа, жмем, 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 жмем. Опять проиграли. Нет, зарядил. Да блин, я же там жмаку. Мы проиграли. Проиграли это адской дробилки. Да, я специально сказали слова. Взглянем на турнирную таблицу. Супер, что у нас получилось. Теперь счет. На этот раз. Бон первый. Его. Я. На восьмой укатился просто. Ужас. Мне вообще не девятый. Что за люди? У Тона 13. О, бедный Тон, походу, не играет. Трек серьезно. Да. Тройная игра вслепую. Тройная игра вслепую. Нет, нифига не нравится. Задание будет меняться. Каждый новый раунд. Вот ваше первое задание. Чё, знания? Куда? Какие? Кто знает, какие безумные повороты ждут эту турнирную таблицу? Время истекает. Давайте посмотрим, с чем мы имеем дело. Best book for Morgan Freeman to read aloud to you. Время для голосования. Все деньги удваиваются, так что подумайте хорошенько над своим ответом. Время истекает. Время для стола предсказаний закончено. Настало время пошуметь. Расстройство наступает. Время на голосование истекает. Эта битва как удар хлыста. Бабло за правильное предсказание. А, так я у тапа, потому что... Почему меня не слышно? Потому что я забыл звук включить. О. Я звук забыл включить, я идиот. Оказывается, все это время я говорил, что мы должны победить, и ну, без звука. Неплохо, да? А, так я еще и Дискорд забыл включить. Да, вы издеваетесь, что ли? Ну да, ты везде выключился. Отлично, я отключился везде. Это уже было, читал. Это книг тоже. Вингардиум Левиоса. А вот, кстати, почитал бы, знаешь, поваром, это было неплохо. 50 оттенков серого тоже было неплохо, голосом повара. Да. Думаю, здесь понятно, что здесь... Костя, угадай, где моё, да? Ладно, иди. Мёртвые души, помогите мне! Всего несколько секунд осталось до конца голосования. 1-0. Да, я победил. Как проходит дегустация? Никто не... Это вкусно. О, рон 50. На, сделали ставочку. Вот, тебя знает уже. Товарищ правильно сделал ставку. И классика зиму, 9 класс. Самое время подвести. Так, Пушкин, Лукоморье, Хоббит и Хидон. Ну, неплохо. О, смотри, что происходит? Что происходит? Ребята, остановитесь. Вот именно, туда-сюда, туда-сюда. А, тихо, мои уши. Мне уже боль, да?
все. Фу, остановились. Я не могу в это поверить. Я тоже не могу в это поверить. У меня уши еще живы от такого звука. Эх, Костя. Я звук-то вырубил, я не слышу ничего. Мы с Энжо поменяем тему турнира. О, поменяли тему. Какая сейчас будет? А, книга, подходящая в качестве инструкции того, как надо жить. Так, какие тут голоса есть? Ну, говорит, самое нормальное. Я знаю, что подойдет. Я тоже, знаешь. Ты идеально пособие для жизни. Согласен. Если ты картинка серого, дай имеешь в виду. Угадал? Да-да. Ну, поняли, что топ. Да-да-да, я тоже. Ну, давайте, ребята, одна секунда. Их двое ответили. Отходим от стола предсказаний. Угадал. Давайте, ну что ж, смотрим. Это консерва или Гарри Поттер? Гарри Шпоттер, да, ребята? О, началось. Началось. Гарри, живи. Опять дудос. Дудос происходит. Мои бедные уши. Я, Гарри, не живи. Ты больше не тот, кто вышел. О, давай, Гарри, ты сможешь. Три голоса. Все. Нет, это консерва. Больше опасных поворотов, чем на детской площадке. Нет. Гарри, это идеальное пособие для жизни. Ну да. О, вот все выиграли, походу. Да. А нет, двое все-таки против были. Теперь. Этот вариант мог переломить всю игру. Хоббит и Фиков. Мертвые души. Да у здесь можно чем поучиться, да? О, так. Давай, живем! О, живем, зажимаем! Зажимаем! Мой вкус довольно необычный, боюсь, ты не поймешь. Это стоит взглянуть. Гребаный казино, блин, согласен. Живем! Гоголь мертвый души, пасть. Совсем без боя. Два раза уже в финале. Это будет третья тема, посмотри, какая она. Мне уже страшно, что там будет в конце. Если предсказали правильно. Так. Ну, и как... замена напоследок. Ну что ж, какая тема у нас? А, книга, которая точно обезвредит преступника или скинет ей, да, голову? Думаю, это не то. И теперь финальный бой. Ну, смотря как обезвредить, он может расплакаться до смерти. Ну, знаешь, что тут сразу умрет и сразу душа будет мертвая. Ну, я считаю, тут очевидно, что. Ну, что, Семен, воюем? Да, воюем. Давай, нет, я выиграю. Ребята, мертвые души, да, блин? Мертвые души, должны тащить эту битву. Время на голосование истекает. Да, мы затащили. Мертвые души выиграли. Е, хотя бы первый раз выиграл. Ну, Тонда энциклопедия. Кто в итоге уйдет победителем? Ну что ж, кто у нас выиграл, интересно, за все, так сказать, турниры. Сейчас посмотрим итог игры. Третье место Бон, Йоу второй и первое... Я обогнал всех! Я успел перегнать. Гоголь мертвые тучи, да, мертвые души тащит. Вот такой вот результат, ребята. Вся потенька все равно лучше. Все голосы за ютубера почти всегда. Ну... Ну что ж, ребята, если вам понравился это, скажем так, лучшее название для футболки Маттой Собака Болки О. Откая, Рофильня. Четверка норм. Ну что ж, теперь мы идем. Так, что, куда же мы пойдем, вопрос такой. Костя, у тебя есть предпочтение? Нет. Ну, давайте вторую часть, в принципе, раз у меня название сказано, то, что у меня у нас параллельно так и третья, так и четвертая. Сейчас мы пойдем в третью часть. А, нет, есть предпочтение, я отойду. Все, после этого Костя мы не видели, да? Возможно. Сейчас мы сыграем в смехлыст, ребята. Бунь, готово. Гражданский холос. Чемпионат. Мистер Макака, идти, привет. Ну, сейчас мы сыграем сейчас смехлыст, потом сыграем смертельную вечеринку, и на последнее, что останется, мы уже сыграем по вашему выбору. Кстати, делаю музыку в стиле киберпанк. Прикольно, кстати. У нас есть, оказывается, человек, который пишет музыку. Удивительно. Так, готово? Ну что ж, сейчас, ребята, будет смехлыст. Здесь время, это, кстати, не время, а место ограничено, но не переживайте, кто не успеет, будет участвовать за зрителей.
А зритель также являет довольно-таки дает большой голос. Так сказать. Дает не то, что большой голос, как правильно сказать-то. Ладно, ребят, заходим. Я пока подумаю, что сказать правильно. Они дают большое преимущество. Во! Идеально сказал. Для голоса. Давайте подключаемся, ребята. Забегаем. Давайте еще два места. Ну что ж, ну все, поехали. Микки, Саня. Ну что ж. Ну кто, ребята, успел, тот молодец. Зрители, также не переживайте. Вы тоже молодцы. Раз вы зашли к нам, будете также участвовать. Ну что ж. Кто не знает, как играть в Смехлысти, расскажу вкратце. Нам будет даваться два вопроса, и мы должны как-то смешно на них ответить. И в конце будем выбирать, что больше понравилось. Снять мою любимую игру. Маниклиран. Да, я вижу. Врубай максималочку. Ну что ж, давайте, ребят. Отвечаю максимально с юмором. Если хотите писать что-то нецензурное, попробуйте это заменить. То есть, к примеру, использовать половой орган мужика, при этом писать маяк. Вот так звучит хотя бы лучше. И что-то другое. Так, чтобы это, ну, не сильно было матерным и, ну, и ругательным. Надеюсь, ребята будут соблюдаться хотя бы какие-то рамки приличия. Я не знаю, что придумать, поэтому сделаю так. Как я еще и моему аватарку филипп. Глазом. Сейчас скажешь, что сам рисовал, да? Почему такие тупые вопросы не попались? Не, ну честно, ну что за ответы такие странные? Я не знаю даже как... Ладно, хотя бы первый, я там еще как-то придумал с юмором, а второй, я даже не знаю, как это было. Ну, давайте, ребята, отвечаем. Также, еще раз напоминаю, кто не успел присоединиться, может сейчас в виде зрителей. Вот еще кот, ребят, справа в углу, здесь видно. Да, он виден даже довольно-таки хорошо. Так что, ребят, присоединяйтесь и участвуйте с нами. Зрители очень сильно помогают. Вообще на огонях адских хранений пузыря. Как... Давайте оставим поэзию на потом, да, артблок? Ну все, все ответили. Ну что, поехали. Смотрите, что у нас получилось. Так, ужасный сержант постоянно кричит. Это, кстати, когда-то уже было. Что же он кричит? Когда ты пытаешься попросить людей, чтобы не было ругательств, а здесь и оно и появилось. Больно, сердечку больно. Ладно, типа смешно ответил. Ну, в принципе, ребят, выбирайте, что вам больше нравится, но если вам ничего из этого не нравится, можете не отвечать просто. Просто можете на это не отвечать. Ну, пока что... Так, хороший пример для старой стопки, для компакт-дисков, стопки. Секс для бубликов. Слова не тогда уже, да-да-да. Это из бредовухи, да, вспомнился вас? Ну что, ребят, бывайте. Я свой выбор сделал, теперь вы. Туньк, 3, 2, 1. Ага, здрасте. О. Зато зрители за мной пошли. При этом я не палился. Ну просто я не... Реально, мой вопрос довольно странный, я не мог придумать что-то такое, ну, интересное, честно. В каждом самолете должны бесплатно выдавать теолак, гробы и грибный суп. 10 секунд. Ну, отчитывать я не буду. Будем ждать, пока все выберут, так и также зрители. Пока что один только зритель есть, даже точнее два, и два суммарно есть. Также, ребят, также присоединяйтесь к зрителям, также. Думаю, пора начать все-таки использовать словарь, да? Игровой кофе дэнс. Думаю, пора достать словарь, да? Ладно. Масло масляное, но мы продолжаем. Самое ужасное, что можно увидеть из иллюминатора самолета. Я вижу. Ну что, я говорю, что если вы хотите писать что-то нецензурное, пытайтесь заменить их как-то по-другому.
Ну, Микки это было довольно-таки неплохо, скажу тебе так. Пока что вот человек у нас прям с таким очень хорошим юмором. Так, лучшая фраза, с которой можно влезть в любой разговор. У меня стоячок. Даже в толчке. Ну? Ага, уже 43 минуты, офигеть. Что-то мне подскажет, что мы даже на еще одну игру не успеем. Походу, смертельная величина, которая будет последней. Потому что время-то идет. Лучше в том, чтобы быть охотником за мехом в 19 веке. Продавать мех. Назовут там дровосеком. Вот это неплохо. А, вот это хорошо было сказано. А товарищ жжет. Нет, не хорошо, не одобряю. Ты что, Костя, одобряешь, да? Ты говоришь, что одобряешь. Нет. Неплохо. Хорошо бы перевести китов из океанариума в море. Комнату смертоса. А ко мне за что? О, хорошая идея, поддерживаю. У меня так тут места не так много, куда вы? Зачем тебе место? Да, вот именно зачем мне место? Где жить буду, да? На улицах хорошо. На улице? Было близко. Все хорошее. Спасибо. Следующий. Три вещи, которые образуют ту самую вонь стариков. Вот это, кстати. Самогон. Неплохо. Ну мне больше как-то зашло второе, это чувство, когда у тебя дом в Куэнерике живет маленькая акулочка. Прикольно. По имени Никит. Акулочка по имени Никит, неплохо, слушай. Так, ну... Зрители все-таки брали первое. Так, смотрим. That's all for round one. Here's the scoreboard. И у нас что же тут получается? На каком мы месте? Я на дно укачусь, да? Ура! Ого, нифига себе, на дно укатился. Выкатился, да, на дно? Ну что ж, ребят, теперь раунд второй, он такой же, как первый, просто все очки удваиваются. Ну что, готовься? А, телефон разрядился, что делать? Мой куда зовут? Монстр. Да, как всегда, впереди планеты всей. Да, да, на всей на мире через да, да. Да-да. Я тебе говорю, ему нужно было написаться человек, да, или мистер, да. Прям идеально же. Три человека сейчас в зале. Так что, ребят, давайте так же подключайте остальные. Ваши глаза. Тихо, нормально. Я икаю. Ну это не точно. Зря газировку выпил, да? И тут мне вспомнился прикол про этот. Как у нас был в начале, монстр ищет монстра. Мне нравится тебе газировка, да, там или как там было? Костя, при этом птит тебе, да? Почти угадал. Ну и ладно. Ну что, смотрим. Первое. Тогда точно не стоит надевать смокинг на похоронах. На просмотр в бассейне. Рука чешется. Где мой Steam? Эй. Давай тогда голосуем. Голосуем, что вам больше понравилось этого всего.
Давай, дочь. О, это что? О, серьезно что ли? Капец. Просто массово все. Это супер смехлыст. Поздравляем. Супер смехлыст у нас, так, кстати. Если ты стрелял горного льва, не спешуй. Выберемся как можно выше и... Стать пиво. Посмотрим, разно говоря. Айшан отсюда. И достать пиво. Так. Я выбрал. Ну, а что же выберут другие? И также зрители, что же выберут зрители? Костя, что ты выбрал? Скажи мне. А я не зритель. А, то есть ты игрок, что ли? Ну, заходи. А, я тебя понял. Ну и ладно. Там целых 4 буквы на фоне. Да, это же так сложно. В общем, сложно. Да. Мне как-то вспомнит, мне говорят, сейчас доползу сначала с этого, до компа, потом с компа до постели, да? Ужасно, аромат сожителя воздуха. Все умрут. Аромат другого туалета. А я-то тут при чем опять? Я так понимаю, Саня нет, поэтому мстят мне теперь, да? Да. Отлично. Страдай. Отлично, неплохо сказано. Так, а можно мне чат включить? О, чат работать. Опять? О, второй смехлыст, отлично. Второй смехлыст за игру, неплохо. Бах. Не, ну тут... Чего не понял, Владимир? Ну почему? Ну... Все бан. Что сказал бы дрессировщик? Все равно осел. Скажи две гласные слова. Зима? Вините хвост. Вините хвост или верните хвост? Но вы вините мне больше. Может, виноват хвост? Да, знаешь, вините тогда. Уже это было прикольно, кстати. Привет, проигрыши. Тут, как сказать, уже два смехлыста было. Мне кажется, мы тупо даже не успеем выгнаться. Гопотом монстров. Ольга Васильевна, привет. Но, скорее всего, монстров не успеем. Следующая будет смертельная вечеринка. И, скорее всего, на этом все будет. Кличка, которую Гитлер мог бы дать своим усам. Волосы под мошонкой. Гитлер Йохан. Йохан! Все, правда, вторая фигня. Даже 4000 не спасут. Давайте голосуем. Голосуем. Нужно больше голосов, милорд, да? Нет, монстр. О, ну это... А, почти сбихлась опять. А, я не так дал. Ну чуть-чуть. Я так старался. Предлагать разместить точно не стоит во время... Думаю, здесь от ответа два прикольных, если честно. Нужно выбирать только одно, к сожалению. Армагеддон и Шпили Вилькой, да? Да, ну слушай, тут почти, кстати... 50-50 было. Ну, почти. К сожалению, почти считается. Посмотрим голосов, милорд, сжать их сзади банк. Не, я себе ставлю. Малоизвестная, но забавный случай на тайной вечере. Коллекция семейников. Встретиться со Смертусом. Опять я, да? Не, с такими, знаешь, моментами я себя чувствую популярным. Где-то, да, так сказать, в небольшом районе, да? О, товарищ не смог что придумать, поэтому использовал... А, серьезно? Ну, это было близко. Самый, да, из всех, да. На самом деле, смерть Кощеева находится в... Смотрите, что-то в смерть очень кто-нибудь напишет. Да вы издеваетесь, что ли? Ребята, отпустите. Еги. Уже 4 раза про меня. Не, ну это рекорд. Бабы Еги. Бабы Еги. Египет, да, ты скажи? Че, хорошая комната. Да, вот видишь, что хорошее, что никто не выбирает. Вот именно. Комната. Просто, товарищ, так триггернул и написал правильный ответ. Давай посмотрим наши результаты.
Не, ну, мне кажется, я тут даже не угонюсь. Стоит тысяч? Нет, у меня даже меньше тысяч. И? А, о, на третье место укатился, все-таки прикатился. Укатился, прикатился, да, неплохо, я считаю. Финальный раунд. Round three, the last lash. Everybody's getting the same bump, для всех. So don't hold back. Давай посмотрим, какой у нас. У нас комиксный раунд. Ну что ж, нужно делать. Что такого хорошего в этой модели? Блин, да сделали это что ли? Опять шутки про тебя будут. Да вообще. Я придумал. В принципе, что здесь делать? Давайте, ребят. Да. Я что-то съел невкусное. Надеюсь, не траванусь, да? Я тут на фоне еще просто чипсы пожевываю, да? Чипсики. А, тогда траванешься точно. Ну, мне уже не привыкать, да? Было бы угарно, если просто все время, шутки ребята, про время. Тебя были бы. Да это максимальный тролль будет. Будут шутки про Смертуса. Кто-то не ответил. Эх. Right, 6 танцев. Они почти для либо тещи, его редкость легендарной. Раз, два, три. Вы че, пароли что ли? Три опять меня? Его редкость легендарная. Видишь, как светится Костя? Был бы, знаешь, если бы был бы гроб фиолета, думаю, это был бы эпический. Ну ладно. Сейчас фигня. Это имморталовский гроб. Имморталовский гроб, неплохо. Ну, я сделал свой выбор. Смогу ли я выйти в топ? Вот в чем вопрос, да? Давайте посмотрим. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Пунька. Слив или слив? Ну что, чего только смертус. Я откуда знаю? Бронзовые. Бронзы. Серебро. И золото. О, ну тут понятно. Любим выйти в том. О, трое вообще. А, ну я сам на один, ну понятно. Ну топ. Ну, чё ещё в топ? Доча пришла на стрим. Привет, доча. Чё за доча, чё прикол? Киткат. 7, чёрточка. О, вижу. О, Киткат, привет. Путин выиграл. Удивительно, правда ли? Подкрутили, да? Так, ну что могу сказать? Следующая игра у нас будет последняя. Как я обещал, у нас будет смехлыст. Ой, смехлыст. Да. В голове бардак. Это будет смертельная вечеринка, ребята. И на этом будет, скажем так, стрим заканчиваться. Надеюсь. Я пока с дочерью попереписываюсь. Да, пожалуйста. После ужина. То есть, ребята, все, кто хочет поиграть в эту, скажем, часть, успеют. Опа. Но в первую очередь мы сначала сныкаемся. Нормально. Костя нашел себе ребенка, отлично. Да, Костя? В смысле нашел, она мой ребенок, она моим ребенком была всегда. О, началось. Ее законная мать. О, началось. Ребята, сейчас будет небольшой трэш. Я скину код. Скажем так, я не буду открывать экран. Я просто скину код в чат. Так что, ребята, побежали. А вот теперь открою. Ладно. Хотел как-то разнообразить, да почему бы и нет. Я сначала потому, что я не зашел, кстати. Так, о, забегаем. Ну все? Опа, на улице что-то бахает. Костя, ты случайно там это с пистолетом. Ты там с пистолета кого не шугаешь, нет? Сегодня некого. Так, это пропустим типичную заставку, да? Под хоррор это не пашет. Хорошо. Ну уже подъем. Подъем. Привет, ребята. Эй, добро пожаловать на вечеринку. Ну, ребят, напоминаю, как здесь играть. У нас будет викторина. 4 ответа, и я только один из них правильный. Отвечаешь, выживаешь. Не отвечаешь, ну почти умираешь. Да это, кстати, второй шанс или second change. Степень чего определяет шкала Сквилла?
дискриминацией. Солеритацией. Кома, живу в чести. Мне понравилось. Я знаю ответ, но не скажу. Давай проверим. Да, жгучесть, это было очевидно. О, серьезно, ребята? Ну, самое очевидное, что это могло быть. А ты что, Костя, думал, жгучесть или нет? А? Да, да. Я жду, что переписы с ними шайте. Нормально. Худший ответ. Отвечаем очень осторожно. А что можно смело разбить, чтобы снять стресс? Да, ребята, смотрите, как здесь работает? Нужно... Экран. Да, экран, вот именно. Так вот, нужно будет выбрать тот ответ, который вам не нравится. Именно не нравится. Потому что какой ответ выберете, тот и умрет. То есть кто написал? Вот так вот. Страдала. А теперь главное, который для вас отвратителен больше остальных. Ну я-то знаю, что мне больше всего не нравится. О, Костя, ну чё, ну чего там, а сразу так? Ну давайте. Ничего, фиг не страдала, да уж. Давайте, ребят, посмотрим, что вам больше не нравится из этого всего. О, тарелку, в принципе, даже никто не брал. Лол. Лол, мы с тобой попрощаемся. Это разбить нельзя, знаешь, так сказано, именно разбить, чтобы снять стресс. А это как бы, ну, логично, да, в кавычках? Логика. Да вот именно, большая логика. Да уж. А кто-то забежал, что ли, к нам? Я с дочерью общаюсь. Понятно. Костя, а твоя дочь подписана на меня, а? Это мы оставим за кадром. Да-да-да. Ну, пока он первый умер, так что есть. Так, давайте смотрим, что у нас там дальше идет. Где находится крестец? Нет, легкий вопрос. Я что, должен знать, что ли? Идите думать, опасно для жизни. В школе в анатомии попадаете. Да, проверим, насколько я помню школьные времена, да? Я кто? Ты Ержан, на работу пора. Не. Ну я буду занят этим, кто там стонет. Костя. Нет, ясно. Я еще живой, удивительно. Я сначала подумал, что в черепе, да? Подумал. Реально. Весело, да? Да, очень весело. А? Так. И у нас... О, пальчики! Ребята, пора этот... отрезать их. Выбирайте палец, который отрезать. Давайте, ребята, какой палец вам сегодня не нужен? Дам подсказку. Какой палец отрезаете, такой ответ вы сможете использовать. То есть указательный первый, средний второй, ну, безымянный третий и так далее, да? И так далее, один не доверю и так далее. Да. Путин. Нет, он палец не выбрал. Спасибо всем большое. О-оу, у нас есть пальчиковый читер. Пальчиковый читер. Ну все, пора избавляться от читеров. Кстати, пальцы микризу потом. Ну все. Еще один вымер. Пока живем. Пока живем. Двое вымерших. Зрители что-то тоже, так сказать, отвечают не очень. Эх, зрители, зрители. Вопрос номер три. Где зародился кускус? Вот это, кстати, сложно. Я... Здесь два только ответа подходящих. Блин. Ладно. Умру так умру. Это парень был из тех, кто просто любит жизнь. Почему, когда я не играю, такие легкие вопросы? Вот, да. Чё? Костя, как думаешь? А, что? А-а-а! Я так и думал. Я думал, либо в Мексике, либо в Африке, но блин. Ну когда что я ответил, да? Раз я неправильно ответил. Мексика. Да. Там немножко другое зародилось. Да. Ну, память. А, ну это самое простое, ребята. Забирайте халяву. Всего 4 карточки. Фу, так неинтересно. Да еще и легкие.
Хорошо, все равно перед смертью не осмотришься. Да, без смерти не осмотришься. Порядок цветов тут и самое легкое. And the one with the worst memory will feel my wrath. But you'll probably just forget that fast. Готово. Что люди говорить, потом говорит, хорошо сделал. Ну все, это самое простое, ребят, смотрите. Мне кажется, тут все должны были ответить. Ну да, здесь никто нет. Вот честно, самое простое, мы тебе будем говорить. Чефер на взводе. Че там, кто тебя заводит? Дочь. In case you can't tell by my questions, I'm totally just a big nerd. Let's try another one. What is not так, а тут что-то причислено не встречаться в концовке Doom. Ага. Это, кстати, интересно. Я как фанат Doom, знаешь, мне будет обидно, если я ошибусь. Не знаю эти ваши думы. Я вот не уверен насчет четвертого, будто обидно, если это реально оно. Серьезно? Я выбрал смерть главного героя, но я не помню, что... Я не помню, что была смерть главного героя. Его не убивали. Это все обман. Это все обман. Что за самовнушение? Да. Нереально. Больше математических вопросов, пока не истечет время. Игрок, который справится хуже всех, сдох. Ну что, поехали. Начнем же математичить. Четыре, шесть, три. Блин, я случайно два раза нажал туда. Три, девять. Это сильно отвлекает. Концентрируйтесь, время почти вышло. Блин. О, я выжил хотя бы. Было близко. Я два раза лоханил. Наруто. Наруто не вернется в Коноха, да? А стоп, это же Саски. Ну, можно сказать, что Саски забрал Наруто, да? И что, что дочерь мать? Ну, ладно, Костя. Я, конечно, рад за тебя, но давайте ролевухи вы потом устроите, ребят, пожалуйста. Как бы здесь стрим посвящен игре, а не ролевухи. Хотя, не, по-своему, это тоже игра, ну ладно. Мы тут не в игрушки играем, да. Да вообще жизнь играет, офигеть. Вот это жизнь, понимаю. Картина могиот. На каком произведении, а, Константинова основан первый сезон сериала «Бандитский Петербург»? Не скажу. Ты знаешь? Да. Так, Костя, делись секретом успеха, да? Ну, конечно. Ну, ля, смотрите, чё. Сакура... Сакура разочарован. О, бедный мой нос. Кто выбрал это? Да, я угадал. Я обожаю свою удачу. Ну, тут не сложно было угадать. Особенно, когда ты знаешь ответ. Ну, это да. В принципе, я-то нет. Слова, оу. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Видимо, мои письма с требованием выкупа должны быть чуть погламурнее. Я собираюсь грохнуть игрока, который напишет самое короткое слово. Стартуем сейчас. Ну, Кэбич, ну ты... Привет, конечно, это раз, и... Ты чуть-чуть опоздал, мы это как бы последняя игра, да, и конец стрима. Ну, совсем чуть-чуть опоздал, знаешь. Это свой грик. Ну, Владимир, в принципе, за зрителей здесь игр... В данной игре не очень, да, не спорю. Ну, пришел бы ты пораньше, то на два. Эх, товарищ один ответил. Не успел. Монстр будет. А, нет, это последняя игра, я же говорил. Значит, скоро увидимся. О. Костя, хорош, отпусти. Отстань. Давай потом. У нас тут семейные разборки. Понятно. Кэбич, ты довольно весь Костя пропустил. Это был такой тусич, и тут Костя успел завести дочерью. Я что-то в шоке, знаешь. Оно у меня всегда было. Что-то я в шоке каком-то. Не, ребят. В смысле успел завести?
Это последний, потому что после этого мне нужно кое-что будет еще делать, поэтому картины, сын не успею. Какой фрукт находился в центре картины «Сын человеческий»? Ну, на это тоже легкий вопрос. Я не помню. Увидимся. Нет, честно, ряд царя, но мне нужно будет уходить, поэтому я и... И то, по сути, стрим должен может закончиться где-то плюс-минус ровно в 10, а мне... Я тяну время как раз таки того, что мы сейчас играем. Яблоко, ну ладно. Да, там яблочко было. Да. Идем в одно веселое местечко. Прям яблоко, ну да. Так, смотрим. Чаши. О, травить будем. У всех остальных игроков есть пылесос рядом. О, ребята, сейчас будем травить вас. Выберите чашу, в которую хотите окунуть яд. Че, поехали, ребята. Травим, вертим, да? Также я напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте, там выходят разные интересные посты, не только по стримам, но что-нибудь еще. Также голосование по поводу разных игр. Так что, ребят, переходите в описание и присоединяйтесь в группу. Будем всех ожидать там. Ну что ж, ребята, выбирайте чаши, теперь. Отравил напиток, поэтому я добавлю своего яду. Ладно, я побежал, дочь завез. Ну, серьезно? Серьезно. А чё нет? Всё. Ну ладно, Конь, давай. Давай, пока. И это ещё не самое лучшее. Ну что, ребят, выбирайте чашку, которую будете пить. Теперь посмотрим, что мужики позже умирали. О, два по цене одного, ребята. Кто там хорошо так траванул? Ну теперь вы хотя бы знаете вкус яда. Ну, поздравляю, ребят, вкусно попили. Прикольно, вроде бы убили ядом, а забили гвоздями. У нас осталось двое, я так понимаю, да? Да. И живем. Бонус за отравление. А зрители там уже, кстати, еще подняли. Хоть мой вопрос. Ох, мне не повезет, сейчас точно говорю. Что является первой стадией принятия смертью? Торг. На с кем-то торгуется вопрос. Я слабенький попался. О. Да нет, нормальненький такой него. Раз двоих забрали, знаешь. Время истекает. Гнев. Я считаю, что все-таки отрицание. Сейчас посмотрим. И правильный ответ это. Вот отрицание это. Все-таки верно. Да нет, что за такое застрито? Все это правильные пруты, смотри, че. Слишком просто. Все вопросы отвечают правильно, при этом я даже не гуглил. Удивительно. Какой персонаж закусочный Боба звучит женщиной? Луис, Линда, Тини. Откуда должен знать? Сейчас я подойду, минуту. This is such a mess. There's blood all over this art. I have to remember to wash this in cold water. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. The person who is furthest from the pattern will die. Here's that art again, and here's what you did. Too much perfection, if you ask me. I'll get you next time. Next question. Какой из этих зверьков производит кофе Копилувок?
Ооо, капец. Я вернулся, ребята. Все. Зря я решил газировку выпить во время стрима. Да ну, мы что, сегодня будем? Эти геймс, эти привет. Ты умеешь, тишина. Да все, я вернулся. Ну тогда заказываю. Ну, 10 вопрос, ребят, рекорд. Мы дошли до конца, офигеть. Так, тут все будет веселое. Папа, где? Катусь без меня, я робота, приехали давно. О, нет, не смешно, замотался, угадывать. Я тоже сам в шоке. О, ну нет, это не смешно, лохотрон. Ну тут... Ну типа лол. Ну давай, шабанем первым. А, я даже ничего не сделал, мне сам покрутилось, да? Это не смешно, как? А, стоп. А, то есть не я крутил, да, хоть сказать? То есть я жив, что ли? Я жив остался. Я живой, оказывается. Весело, в кавычках. Рокебол, не повезло. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Взглянем на правильные ответы. Да ну, издевательство, да? И все неправильно. Ну все, теперь сейчас буду умирать. Вы перетрянетесь на одну клетку. Вам нужно отвечать правильно, чтобы приблизиться к выходу. О, а я говорил о том, что все призраки... Если призрак догонит тебя... Ой-ой-ой-ой-ой, проблемы, ребята. Он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. Ага. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Ну, что-то такое, все ответы самые простые. Надо телефон заряд поставить, а тут вымирает опять. И то, и то. Decisions. Не, довольно простой вариант. Это. А, тихо. У меня что, телефон не устроил бонзай, блин. Он как что, я зарядка за что-то зацепился, начал тянуть и телефон решил побежать. А, нет, все три есть. Лол. Наруто. Нет, сейчас вымрет. Чемпионат лиги. Чемпионов. Сложно. Я хочу выжить, ребята. Теперь кончик гаснет свет, и многоточия больше нет. Так. Все три? Товарищ то шарит. Рокетбол шарит. Да страшно. О, нет, одного съели. Первый, пошел. Части говядины. Ну, скорее всего, сейчас я опять отлечу. Неплохо, неплохо. Да, отлечу. Ну и все, ничего не палят. Забрали тело. Нет. Ну чё, опа, близко, козатень. Ну что ж, пора забирать обратно свое тело. Вейзер и Путин очень близко к смерти. Я живы еще, ребята. Живы, живы. А хотя я сюда садил, уже они все равно близко. Смерти. Игры серии Call of Duty. Ага, игры Call of Duty. Ну, это довольно просто. Мне кажется, тут все ответят. Decisions, decisions. Ну, серьезно, что ли? Значит, за лоханю я. Ой-ой-ой, ребята, прощайте. Давай их сожрали. Нет. Египетские боги. Не, ну это крайне легкое. Вот с мифологией я шарю. Не могу сказать точно. Smart people, huh?
А я уже близко, поджимаю тебя. Вице-президента США. Гор-ара, да, Владимир, правильно говорил. Гор-ира. Да, опять неправильно только. А, то есть все шарят, а я нет. Отлично. Нет. Почти, почти. Так, персонаж озвучен Кларой Румян. Ух, сложно. Горбок небес вроде. Не скажу, значит. О, да, все правильно ответил. Ляпута. Рабок солнца, да. Не, ну, в принципе, я проиграл. Фильм, где Виктор Боярский играл злодея. Ну, сейчас посмотрим. Если товарищи хотя один раз не ответят, то я выиграю. Может быть. А если ответят, то я проиграю. О, ну все. Ну, блин, я бы сейчас выжил. Ну, все, Раша вроде, да. Это было близко. Побег не удался. Рокки-бол выиграл. Поздравляю. Зрители 3 вымерли. Эх, зрители не сбежали. Много нож, хотел сказать, блядь, не выжило. Ну что ж. Вот такой был, ребята, стрим. Надеюсь, вам понравилось. Вел он для вас, так сказать, Смертус и его друзья, так сказать, да? Нет, на этом все, ребята. Все. Напоминаю, ребята, что у меня есть группа ВКонтакте. Переходите туда, подписывайтесь. И также подписывайтесь на меня, чтобы не было, так сказать, так, прям стимул проводить стримы больше. Если что, ребята, возможно, будет завтра вечером еще один стрим по рогаликам. Всех буду ждать. Ну что ж, до скорых встреч и всем спокойной ночи, у кого время, скажем, позднее. Как, в принципе, как у меня. И удачи!